Приветствую вас, друзья! Изобрел способ получения выгоды от так называемого масочного режима. Ну как изобрел? Доработал. Он уже кем-то показывался, люди показывали на ютубе, но я внес принципиальное отличие. А раз он принципиально отличается, значит он принципиально другой, а значит я его изобрел и надо бы запатентовать. Ну как бы смех должен появиться типа этого. Значит, переходим к самому способу. Вам не продали товар без маски. Продавалка, разумеется, старая ведьма. Вы спокойно достаете телефон и на камеру спрашиваете: «Не продадите?» Старая ведьма говорит: «Нет, не продам». Фиксируем на видео бейджик, старая ведьма обязана его предоставить. Все, первая стадия пройдена. Далее, если вам нужен товар, просите человека, знакомого или незнакомого, оплатить. И также спокойно уходите. Ну а если товар так себе, то просто спокойно уходите. Это и есть принципиальное отличие. Нужно уйти, дабы обезопасить себя от нападков полиции, поскольку, ха-ха, удалившись, мы тут же звоним в 112 и оставляем заявление о правонарушении в отказе обслуживания по статье 14.8 КоАП и 426 Гражданского кодекса. Сообщаем адрес магазина, фамилию старой ведьмы, свою фамилию, имя, адрес вы не обязаны называть, так что адрес и телефон свой — это по желанию. Вместо адреса указывайте электронную почту. Узнаем регистрационный номер нашего заявления. Практически все, мы в дамках. Нарушение официально зарегистрировано. Далее, если вы указали номер телефона, вам начнут наебывать из отдела полиции с просьбой прийти дать объяснение. Это пиздёж. Они пытаются вас заманить на протокольчик. Ни в коем случае туда не ходить. Говорим вежливо, но не обязательно, что вы не желаете ничего объяснять. Заявление у них перед глазами, пусть его и рассматривают без вас. Нам, в принципе, не важно, накажут магазин или нет, хотя обязаны. Далее ждем месяц-полтора и подаем иск о возмещении морального ущерба. Сумма в иске не ограничена. По искам о моральном вреде госпошлина не уплачивается. Выигрываем дело и получаем денежки. Все, дорогие друзья, всем спасибо, смотрим ролик. На каком основании обслуживаете? На камеру можно не снимать? Нет, нельзя. Я сейчас тоже могу написать заявление о том, что вы снимаете на камеру. Пишите. Не знаю, что делать. Отказ в обслуживании. Нарушение Гражданского кодекса, 426 статья. Нет. Вызывайте полицию. Я пока убираю. Зачем вы мой товар пробуете? Я не трогаю его, просто убираю, потому что там стоит очередь. Пусть оно там стоит. У нас здесь очередь. Я могу тоже камеру взять и начать вас снимать. А кто вам запрещает?
скажите, будете нет обслуживать? Нет. Не будете обслуживать? Нет. Товар купили. Я в маске, давайте сам обслуживайте меня. Видите, беспредел какой. Человека в маске не обслуживают. В маске-то вы что не обслуживаете? А вы зачем начинаете снимать? Если вы были без маски, вы для чего снимаете? Вы знаете, что сейчас полиция приедет, я могу на вас написать заявление. Кто вам запрещает? Кто вам запрещает? Пишите.